Отчаянный бой. Желаю вам обоим удачи. Пожмите руки. Первый раунд. Тяжеленный, как молотом бьет. Его волнение понятно. В ринге и один Тайсон. Что и требовалось доказать. Чистая по... Фрэнсис в клинч идет. Клинч и то нужно. Быстро. И очень не... От себя. Не дает ему. Видите, вот этот толчок. И короткий крюк слева в голову. Заметили этот маленькое движение? Тайсон отталкивает противника. Вот в этом сумбуре, казалось бы, в большей степени, чем... другого Фрэнсиса. Фрэнсом что? Чемпион. Движение напомнило нам, что Тайсон был когда-то действительно очень хорошим боксером. И вот, если вы обратили внимание, как Тайсон сместился по фронту, выбирая цель, которые сделали его Тайсон. Делось куда-то. А после тюрьмы он уже никогда не мог восстановить все то. Умение уклониться, умение спровоцировать на движение и наказать за него. Технический нокаут от рук Майка.